Всем привет, друзья! Во вчерашнем видео я сказал, что у меня очень быстро начали расти губки, именно под бриариумом. И сам бриариум поэтому начал закручиваться. Я действительно такого не встречал нигде и не видел нигде. И решил снять короткое видео. Днем, когда бриариум открытый, и эти трубки его мало видны, и ночью, когда у него, так сказать, голая кожа, и видны все эти кракозябры, во что он начал превращаться. Очень прошу специалистов посмотреть внимательно и написать в комментариях, это все-таки губки или действительно мало места для роста самого бриариума. Я вчера после того, как мне написали, что это просто бриариум закручивается, стал думать над этим. У меня в последнее время кораллы начали очень даже неплохо расти. И может действительно быть такое, что бриариуму не хватает места. С одной стороны его юмы поджимают, с другой радактисы, и ему остается расти только вверх. И поэтому он закручивается в дулю. Но в этом я очень не уверен, вот и прошу подсказать. Я начал вспоминать, когда это началось, вспомнил, что-то в принципе давно началось у меня. Приблизительно тогда, когда я стал лить RTC-шную добавку. Относительно недавно я увеличил ее дозировку. И вот эти вот губки, как мне казалось, стали расти значительно быстрее после этого. И на кораллах это тоже очень хорошо сказалось. Они тоже прибавили в росте. Каулострей стали очень неплохо надуваться. Стали делиться значительно быстрее тоже. Также стали значительно больше выпускать свои щупальца, или как там их правильно называть, я не знаю. Если так брать в общем, то все в принципе сходится. Кораллы стали расти быстрее, в частности бриариум. Места ему стало не хватать. И он начал расти как попало. Но я могу в своих выводах очень сильно ошибаться. Напишите в комментариях, у вас такое было, чтобы так закручивался бриариум? Или это он у меня просто сошел с ума? Пересаживать мне его пока некуда. Появилась мысль, вернее она у меня была давно, но я как-то ее не воплощал в жизнь. Короче говоря, хочу попробовать прирастить бриариум к заднему стеклу. Не знаю, как это у меня выйдет, но попробовать можно. Аккуратно пришью его к присоске, как сделала Анна с Рифт Централа. Может, у меня получится такой фокус. Не уверен, конечно, но попробую. А не уверен потому, что все-таки сзади у меня очень слабое течение. А бриариуму оно нужно довольно-таки все-таки сильное. Плюс свет там слабый, камни будут закрывать его, да и кораллы тоже. Плюс непонятно, стекло должно быть чисто или он может расти по всем этим обрастаниям. В общем, пока больше вопросов, чем ответов. Если у вас есть что сказать по этому поводу, напишите в комментариях. Буду премного благодарен за информацию. А на этом все. Всем красивых аквариумов и пока-пока.